Накануне 14 февраля Актугайскому району исполнилось 80 лет. Именно в этот день Президиум Верховного Совета Казахской ССР принял постановление о создании Куйбышевского района. 2 января 1963-го его переименовали в Краснокутский, который спустя 30 лет стал Актугайским. На первых порах своего существования Куйбышевский район состоял из 28 колхозов, 2 МТС, 5 фермерств и небольших артелей. В ходе становления была слабая материальная база. Социально-культурная сфера находилась в плачевном состоянии. Учебные заведения, а также культурные и медицинские учреждения располагались в неприспособленных для этого зданиях. В районе сумели заложить основы экономики и развитого сельского хозяйства. Во время Великой Отечественной войны 2700 человек отправились на фронт. Более половины из них не вернулось. В послевоенные годы началось освоение целинных земель. Это оказало положительное влияние на развитие района. Был построен государственный банк, райбольница, мастерские, учебные заведения, детские сады. В честь 80-летия Актугайского района в местном ДК прошло торжественное мероприятие под названием «Актугай алтын бесигим». На нем присутствовал и Михаил Павлович Юрьев, занимавший должность первого секретаря Краснокутского районного комитета Компартии с 1976 по 1991 годы. 80 лет району – это большое событие в жизни района. И промежуток 80 лет – это солидный. Имеется в смысле, что времени прошло, и разные события были за этот период. Но район, как мы сегодня видим, растет, умножается, крепнет, и это очень приятно. Мне пришлось работать в этом районе 15 лет. На торжественную встречу Актугай алтын бесигим по случаю юбилея были приглашены почетный журналист Казахстана, профессор ПГУ имени Турайгырова Жумасейит Бижанов. Занимавший с 1957 по 1968 год должность первого секретаря районного комитета партии, сын героя Советского Союза Махмета Каирбаева Мурат Каирбаев. Занимавший пост акима Актугайского района с 2014 по 2016 год Серик Батыргужинов. Вместе с нынешним главой района Агыбаем Амириным они обратились к истории, вспомнили, каким был край раньше и каким он стал сегодня. 15 лет назад на 65-летнем юбилее Актугайского района была презентована книга «Ардахта елем Актугай». Ее автор Жумасейит Бижанов также поздравил сельчан с юбилеем. Сегодня в Актугае проходит несравненный праздник. Почему несравненный? Потому что Актугайскому району исполнилось 80 лет. Праздник напрямую связан с нашей нынешней идеологией, которую отметил наш президент в своей статье «Взгляд в будущее. Глобальная модернизация сознания». Между тем, Агыбай Амирин поздравил жителей и объявил о начале акции «80 добрых дел». Кроме того, по случаю праздника на торжественном мероприятии поздравили и ровесника региона, почетного гражданина Актугайского района, ветерана труда Болата Уалитула Уалитова с его 80-летием. Агыбай Амирин наградил именинника и подарил чапан. В концертной части праздника была представлена шоу-программа, где впервые исполнили написанный местными жителями Бейсенбе Мукажановым и Бахаджаном Жумадиловым гимн Актугайского района. Ринат Абдулкаюмов, Марина Сахарова, Канат Ахмеджанов, Иртыс-Информ из Актугайского района.